Всем доброго дня. Со вчерашней полетки самое не готовое там было белое, молодое голубя. Это последнее у меня. Сорвалось там два молодых белых. Один вчера сел, а вот эта голубочка нет. Ну, сегодня утром она дома, слава богу. Я больше переживал за нее, так как она была самая не готовая к этому ночному полету. Сегодня она пойдет в отсидку, так как белых голубей я практически всех лишился в этом году. Поднеши я ставлю, двух поднеши. Голубой. Утро пришли белая, молодая. Пришел Бура рябой, это тоже по белым. И по Андрею Дударьке бурой. И слетел, я смотрю, этот слетел Брежнев или Черный Ангел. У нас две клички у него. Брежнев, Черный Ангел. Так, ну кто-то там на доме. Ну, это уже Андрей, он утром выпускает своих голубей. Сегодня тихо, хорошо. Не знаю, возможно, им сегодня дать отдохнуть. Просто подышать. Надо будет, наверное, так сделать. Ну, еще посмотрю, как дальше пойдет погодка. Ну, погода отличная. Видите, солнышко, последние лучики. Так, ну вот мои прилетевшие, которые вчера не покушали, которые вчера летали. Это Брежнев, Черный Ангел. Видите, он уже становится почти белым ангелом. Это белая голубка. Белая голубка сегодня пойдет в отсидку, так как у меня белых в этом году очень-очень мало осталось. Было их много, но все белые у меня попропадали небом. Пару последних я всегда первый плод загоняю, второй загоняю, оно и третий почти весь, ну, в общем, это у меня третий, четвертый, если не пятый плод остается. Пару молодых я из всех белых, сколько у меня было, оставляю пару на весну. Сейчас они переходят у меня в закрытое положение. Вчера видели вы. Срывалось много, но белых у меня просто мало. И я их оставляю, двоих. Это голубка, и там еще голубка, чуть попозже покажу. Пусть она покушает сейчас. Так, ну вот еще мы решили подкормить вот эту. Эта голубка по... Вчера она летала, она как бы слабенькая. Не доедает, а всегда в горе, всегда верхних. Вот эта голубка по... Мысник не дарил. Такую гребчастую мы называем. 4 в середке. 4 на 4, и она там где-то 4 или 5 середки. Это вроде бы Виктор Николаевич. Это по его голубке. Вот голубя мы оставляем. Ну как оставляем? Не оставляем. Даем возможность ей подкушать. Очень летная голубка получилась. У нас уже последняя она. Ну как бы. Может быть, третий или четвертый плод. Ну вот ее мама, может, хозяину будет приятно ее увидеть. Она, конечно, Витя всегда улыбается, когда ее видит. Она очень отличается от наших голубей. Ну, таким... В общем, она сразу видна. Крылом. Но голубят дают хороших. И у меня первый плод есть голубь по ним, по этой голубке. И последний плод. И первый я хочу оставить, и последний голубочку. Хорошая голубка, нам нравится. В таких передрягах она была летная. По ее возрасту она выдерживает очень много. Чего уже выдержала. Это ее мама. Так что я ее чуть-чуть откину, подкормлю. Ну, а потом даже посмотрю, буду ли гонять или нет. Ну, хочется мне, чтобы она осталась.
стала еще вот эта малышка, две на одну. Вот я все смотрел на подхвост. У меня трое, две на одну. Но скорее всего, что вот это была малышка. Наша прошлогодняя голубка. Подхвост. Я все смотрел на нее. Она, не она. Но я думаю, что это она. Наша малышка. Вчера тоже очень хорошо себя, так бы, зарекомендовала. Она отлетала чуть больше часа, но с красивым таким уверенным полетом. Две на одну она была. Под хвостью у нее было такое неполное. Я думаю, что это она. Это я показываю те голубей, которые вчера отличились. А белая вон напыжилась такая, пришла, как жабарек, видите, нахохалась. Ну, хоть и покушала все это голубка. Надо посмотреть, по каким голубям. И откидываю я ее на весну.